Мы были с ней самыми лучшими подругами, подружки на всю жизнь. Ну, или я так думала. Короче, в конце этой истории вы все поймете. Но, по-моему, мы все-таки мы от подруги. Или я ошибаюсь? Тут такое классное есть приложение. Тут, короче, можно заказать убийство. Самый лучший в мире подруги. Прикинь, да. Кому это надо? Бред. Извини. Мы ж подруги. Мама, мой любимый телефон. Зачем она нужна? Мне не подруга. А что ты делаешь? Я пойду. Она забыла свой телефон. Что? Какое доставка? Готова на лучшую подругу? Палач уже в пути? Что это? Да. Бам-бам-бам. Ой, приснится же. Что это за мной? Какой кошмар. О, какой кошмар. Где он? Где он отстал? Он и там, он ведь отстал, правда, отстал. Какой кошмар. Ужас. Что это? Пицца. Пицца? Это ваша пицца. Так, значит, это мне все только приснилось. И значит, вот подруга закрыла пиццу, я ее получила. Это еще не мало, никакого приложения не было. Это ж надо было. Это просто сон. О, вот моя лучшая подруга. Давайте едим пиццу. Как хорошо, что все-таки это был сон.